Всем привет, ребят. Продолжаем унижение Минасовода, Ванубисовода, в кошмара. Короче, в общем, всего, что есть в битве замков, просто обычным гарнизоном. Мы остановились на кошмарке 7-5. И сейчас... Ой, нет, ну не знаю, сейчас не сейчас, но попробуем, по крайней мере, ее затащить. Сложно будет. Ну, сейчас посмотрим, что с этого у нас получится. Так, ну тут урона мне уже явно не хватает. Сейчас Анубис нас чпокнет, а может и нет. А может и нет, а может и да, 38%, 40%. Бля, это жесть, посмотрите, что у нас получилось. Офигеть. Это просто унижение. Зачем донатить, зачем это? Прокачал гарнизон себе нормальный постепенно и просто трешуешь. Я офигею. Я просто офигею. Да, такого вы, конечно, не увидите нигде. Я сам, честно говоря, в шоке с этого всего. Просто в шоке. Ну, конечно, тотемы, да, они мне будут тут мешать, и ронины будут мешать. Но это жесть. У меня с Анубисом было сложно пройти. А тут просто, ну... Просто жесть. Вот что означает нету кулдауна у героя. Мне что-то разгона маловато. Маловато будет. 27%. Ронина мне убили. Мы будем пробовать. Первый заход — это просто жесть. Я, честно говоря, до сих пор в шоке. Мы чуть с первого раза просто не затащили. Остался там Ронин вдалеке. Ну, конечно, тотемы я тут ничего не могу сделать. Тотемы у нас, конечно, останавливают. Но опять же, это временно. До удачного заходика. Прямо удачно затащим. Я просто в шоке. Три Анубиса осталось. 37%. Ну блин, у меня таких результатов никогда не было с моими донатными героями. Просто офигеть. Смотрите, что они делают. В общем, вы сами все увидели. 51%. 51%, и мы прошли на 3 звезды практически. Я не знаю, что там сейчас по тотемам будет, но это просто жесть. Это, ребята, просто жесть. Я офигею. Вот как-то так. Вот так тупо бегают. По седьмым кошмаркам. 7-5 на 3 звезды. Жесть. Все, с вас лайк, подписка, репост.
Я думаю, это того стоит. Всем удачи, всем пока.